амигуруми. Знакомое слово? Если еще нет, тогда мы вам расскажем. Первые костюмы кигуруми появились в Японии еще в далеком 1994 году и представляли собой ростовые куклы. Костюмы в виде персонажа, талисмана или животного, которые полностью покрывали тело с головой. Их использовали аниматоры на различных мероприятиях для создания атмосферы праздника и развлечения публики. Название кигуруми произошло от сочетания двух слов кигу – носить и нигуруми – мягкая игрушка. Эти костюмы-персонажи получили огромную популярность как у детей, так и у взрослых, что побудило японских дизайнеров выпустить комфортные кигуруми-пижамы для дома, которые произвели настоящий фурор. Розовый единорог, а мальчик его не станет носить. Или, к примеру, маленькая Моница с радостью наденет костюм персонажа свинки Пеппы, но не захочет кигуруми в образе Человека-паука. Удобная и забавная одежда настолько понравилась прогрессивной японской молодежи, что ее начали носить и в повседневной жизни, как вызов унылому скучному обществу и способ борьбы с депрессией. В Японии забавный наряд уже давно стал комфортной повседневной одеждой, в которой не только спят, гуляют и появляются на костюмированных вечеринках, но и катаются на роликах, скейтах и велосипедах. Новое модное веяние уверенно завоевывает Европу, Америку и Россию. И все чаще есть вероятность встретить на улице единорогов, драконов и других милых персонажей. Я люблю кигуруми. Какие костюмы вам больше всего нравятся? Мне нравятся костюмы кигуруми, единороги. Почему именно единороги? Потому что они такие красивые и разноцветные. Чем тебе понравился жираф? Он очень пизднестый и красивый. Из-за этого я выбрала его. Я люблю кигуруми!